С вами канал Улица Москвы. В этом выпуске прогуляемся по улице 5-я Парковая. Сейчас вот свернули на нее с Измайловского проспекта. А там вот дальше линии метрополитена и Измайловский парк. Мы же пойдем в обратную сторону, в направлении улицы Первомайская. То есть главная улица района Измайлова. Ну а вообще по 5-й Парковой можно дойти аж до Щелковского шоссе. Довольно протяженная улица. Оп. Ух, какой интересный этот переход. Тут дома вроде разной серии. Интересно сделали. Заводской проезд нас пересекает. Вот он. Двигаемся далее. Здесь вот располагается у нас жилой комплекс Измайловский. Или Первомайский. Первомайский, по-моему. Или Измайловский. Ладно. Короче, это одни из самых высоких зданий высотой 140 метров. Также осмотрели их, проходя по параллельной 4-й Парковой улице. Ну вот они располагаются как раз между 4-й и 5-й Парковыми. Имеют адрес дом 42 по улице Первомайская. Да, ЖК Измайловский, улица Первомайская. Такие вот небоскребы на фоне вот примерно такой вот застройки района Измайлова, что создает резкий контраст. Ну и довольно, кстати, неплохо они смотрятся. Доска района Измайлова.